Здравствуйте, меня зовут Ирина Горшенина, мы отмечаем Международный день таможенника. И мы приехали на Волжский пост для того, чтобы узнать хорошие новости у виновников торжества. По распределению попал на этот пост. Мне очень нравится работа, очень доволен, так сказать, своим трудом. У меня родилась дочка, назвал ее Екатериной, вот. Надеюсь, что она пойдет по стопам отца. Муж у меня работает тоже на госслужбе в полиции. И мы получили первую большую зарплату. От нашей работы прежде всего зависит поступление денег в бюджет. Например, в 2010 году у нас поступление составило 2,6 миллиарда. В 2011 году уже 3,1. Поэтому нам есть чем гордиться. Нам исполнилось 25 лет со дня образования 19 ноября. 1986 года пост был образован как пост Мариупольской таможни и с тех пор осуществляет свои функции и задачи на протяжении 25 лет. Ну и, естественно, мы заняли третье место в конкурсе на лучший коллектив Южного таможенного управления. В связи с этим мне бы хотелось поздравить весь коллектив всех таможенников Волгограда с этим знаменательным событием, с днем, Международным днем таможенника. И на этом у нас все. Завтра в это же время мы подготовим для вас новые хорошие новости. Пока!